Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня снова закупка продуктов из магазина Лента. Получилось у нас где-то на 7 с хвостиков, но мы купили еще фильтры для воды, в общем. Вот, они где-то 1000 рублей стоили, так было бы на 6 с хвостиком. В общем, давайте сейчас все покажу. Итак, давайте по традиции начнем с мяса. Значит, купила я грудку индейки. Была она без акции, но да ладно. Вот, дальше муж у меня взял свиную грудинку, мы ее коптим, коптили у нас на улице, поэтому вот такую вот очень, если вы ее тоже коптите, выбирайте такую помесистую, скажем так. Так, здесь у меня дальше фарш домашний по 329 рублей, да, мы покупаем фарш, и у нас все хорошо. Дальше сосиски, вот такие вот черкизово, я беру всегда большую упаковку, так получается выгоднее, и я... Сосиски иногда просто беру в пакетик, кладу и замораживаю, то есть бросаю в морозилку и как бы потом использую, допустим, на, я не знаю, на какую-нибудь пиццу или что-то в этом духе, то есть, потому что, ну, все равно такая большая лежит, она быстро портится достаточно. Так, дальше взяла вот такую кукурузу и... Горошек зеленый, замороженный. Я делаю сама вот эту вот гавайскую смесь. Рис, перец у меня замороженный есть. Бросаю сюда кукурузу и горошек зеленый. Если вы любите замороженную вот эту гавайскую смесь, то советую делать ее самой. То есть отдельно покупать кукурузу, отдельно покупать зеленый горошек. Вот, замораживать и потом бросать его, получается, на сковородочку. Получается очень-очень вкусно. Так, дальше у меня здесь вот такой кусочек, вот это вот мясо, кстати, шейка сырокопченая. Посмотрите, она как балык выглядит, да, по-моему. В общем, очень люблю я вот такое мяско, оно просто обалденно вкусное, я уже не раз покупала. И, кстати, марки Лента тоже я покупала вот такую же шейку сырокопченую, тоже была вкусная. Вот, так что советую обязательно попробовать, тем более скоро Новый год, вот на новогодний праздник какой-то вот такой нарезать. К нарезочке, да, какой-то колбасный. Будет очень-очень вкусно и аппетитно выглядеть. Дальше сыр российский. Два кусочка. Это я обычно беру там на запекание, на пиццу какую-то. И вот такой еще сыр богато взяли. Также у меня муж взял сыр сулугуни копченый. Он очень его любит. И я снова взяла вот этот творожный сыр. Обожаю его. Он очень вкусный. Сейчас, кстати, в Ленте только марка Хохланд представлен. Вот этот творожный сыр. Очень вкусный. Советую попробовать. Так, из молочки молоко большое. Сметана 10%. И творог из Вологды. Вот этот вот. Кстати, сейчас в Ленте стал продаваться творог из Вологды. И не только вот в такой большой упаковке. Потому что здесь, по-моему, 500 грамм. Здесь что-то нигде не написано, сколько здесь. Это Вологодская область. Сколько здесь грамм? Не знаю, что-то не найти мне. По-моему, 500 грамм. Есть еще поменьше такой же тоже стаканчик. Видите, свеженькая. Я сейчас ездила как раз 1 числа. И 1 числа и сделан творожок. Очень вкусный. Сырники получаются обалденные. Какая-то выпечка с творогом просто обалденная. Так что советую. Ну, я имею в виду, кто из Питера. И вот, да. Так, снова рис гигант марки Националь. Очень нравится. Обожаем его. С удовольствием покупаем. И здесь у меня еще вот эти вот лапша яичная домашняя, которую я вам все время рекомендую. Видите, она получается не такая дешевая. 180 грамм, 45 рублей. Это для лагмана, но я ее могу использовать и просто так с чем-то. Очень-очень обалденно вкусная. И вторую вот такую вот купила лапшу. Тоже, видите, получается за 232 грамма 60 рублей. Но она прям обалденно вкусная, девочки. Я прям увидите, очень вам советую. У нас в Ленте ее, я смотрю, разбирают, потому что очень мало лежит, или они так мало делают. Так, дальше у меня здесь хлеб столовый каравай, лентовский тостовый и еще вот такой дарницкий хлеб взяли. Дальше сгущенное молоко взяла, было только вот алексеевское, вот, которое я обычно беру такой бутылки, забыла, как оно называется, кареновское или кореновское, ну, в общем, какой такой, да, его не было в наличии. И также взяла вот такое вареное молоко сгущенное, я хочу сделать эти орешки такие, ну, печенье, орешки с вареной сгущенкой. В общем, вы поняли, да, какие печенюшки. У меня где-то есть формы, надо их найти и сделать.
мажитерку, вот такой арбуз дыня, это у меня дети любят. Ну и здесь у меня всякая ерунда. Шоколадка, вот вафельки ореховые, шоколадные. Потом вот такое печенье взяла, шоколадные трубочки. И здесь конфетки, конечно же, вот эти батончики, очень мы их любим. И еще какие-то трюфели вот у меня муж взял. И также взяла вот такие Nesquik батончики. У меня, кстати, очень не понравились детям. Я вот такой батончик, когда у меня ребенок остается на дополнительный английский, я, получается, его забираю очень поздно, и вот я ему даю с собой перекусить. Также здесь у меня немножко овощей и фруктов, как всегда, помидорчики. Видите, они уже по 79 рублей. Здесь огурцы в упаковках только были хорошие. И еще взяла набор зелени. Я чаще, кстати, беру набором, потому что, ну, по отдельности у нас так много зелени никто не ест, поэтому вот так беру. Так, дальше снова взяла имбирь, уже побольше, потому что у меня детям очень сильно понравился чай с лимоном и имбирем. Они прямо, когда у нас закончился предыдущий имбирь, они прямо у меня спрашивали: мама, где вкусный чай? Я вот завариваю, у нас все его выпивают. Вот такой взяла, здесь два корешка я взяла. И, соответственно, два лимончика, чтобы нам хватило, скажем так. Вот. Лимончики, видите, по 95 рублей за килограмм, обычные какие-то лимоны. Вот, дальше взяла вот такие шампиньоны. На самом деле, очень редко у нас, по крайней мере, в ленте бывают шампиньоны вот такие большие. Я их запекаю, то есть делаю под сырной такой шапочкой. Очень вкусно получается, но чаще у нас продаются, знаете, такие маленькие, которые не запечь. В общем, тут увидела, плюс еще эта упаковочка была со скидкой, поэтому взяла. Также взяла вот такую хурму, свечку. Я когда подошла, там, где продавалась, видите, по 59 рублей, там стояла женщина, выбирала, она сказала: девушка, берите, они очень вкусные. Она сказала, что не первый раз берет, и говорит, вообще не вяжет, очень-очень вкусные. Вот, ну видите, они такие прям оранжево-оранжевые, так что я думаю, будут вкусные. И яблоки Гала Вес, вот такие по 99 рублей. Так, дальше, так я ездила с мужем, поэтому, конечно же, кока-колы еще взяла, вот была по скидке вот такая огромная бутылка масла Олейна. Это тоже у меня взял муж, вот. И я взяла еще, кстати, вот такую вот салфетку. Там появилось очень много новогоднего всякого и посуды в том числе. Я вот эту салфетку хочу положить на стойку на кухне. У нас там часто кто-то что-то кладет, и потом очень сложно ее отмыть. В общем, положу туда, ну и плюс такое новогоднее будет настроение. Также здесь у меня яйца синявинские С0 3 десятка. Вот фильтры для воды, которые у нас стоят здесь на кухне. Ну, вот этот отдельный краник такой, вы все знаете. Вот на замену муж взял, где-то 1000 с чем-то рублей, вроде бы муж сказал, стоит. В общем, в чеке потом покажу. Чек будет в конце видео. Так, дальше зубная паста, биокальций, колгейт. Колгейт в последнее время полюбил мой муж. Он сказал, ему сплат уже надоел. Ну, ладно. Дезодорант тоже себе муж взял. Я взяла вот этот ополаскиватель. Кстати, он был на скидках. И он очень классный ополаскиватель. Мне так нравится. Вообще, он внутри не густой, а просто обычный такой жидкий. И не сильно такой ядреный. Вот прям самое то. Видите, тоже от марки Сплат. Люблю вообще эту марку. И еще у меня муж взял бритвы. А здесь корма собакам. Это собаки. И добавляем мы вот, то есть вот эту банку делим на несколько раз. Каша варится у нас на костном бульоне со всякими якими субпродуктами. И это добавляем, потому что она иногда бывает привередничает, не хочет есть. А сверху так кусочек положишь ей, знаете, она сразу начинает кушать. Макароны тоже кашем ей. И вот это пакетики котам. Так что вот такая вот у меня получилась закупка. Сейчас покажу вам чек. И вот показываю чек. Вот сумма составила 7568, скидка 2331.
И также на кассе мне выдали вот этот журнальчик лентовский, новогодний уже. Видите, 98 праздничных рецептов. Обязательно посмотрю, почитаю, посижу. И также здесь 57 новогодних скидок внутри. Это здесь вот такой вот карнавал новогодних скидок. Видите, вот такой вот купончик здесь есть. Вот на маслице надо будет мне обязательно взять какой-нибудь. Видите, вот такое масло. Кстати, первый раз такое вижу. В общем, здесь много всего. Даже на икру. Сыр. Шампанское. То есть к новогоднему столу, мне кажется, как раз будет. Так что будете в ленте, обязательно спросите, напомните про этот журнальчик. Даже вот тут на игрушки какие-то есть. Подарочные наборы, видите, всякие можно кому-то. Такие вот, видите, на карнавальные костюмы 50%. Искусственные елки, электрогирлянды. Посуда всякая. Так что, девочки, обязательно, кто из вас едет в ленту, обязательно возьмите, чтобы получить вот такую книжечку. Ну и плюс, конечно, здесь сам журнальчик, как всегда, он очень яркий, красочный. Видите, всякие тут с яичной лапшой. В общем, обязательно почитаю я, посмотрю. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилось такое видео. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую и до новых встреч!